Что начинается такой легкий турец. Вот сейчас проснулся 8:30. Как в деревне. На улице плюс 20, в доме плюс 22. Погода обещает в основном солнечная с легкой облачностью. Вот моя лампочка Ильича. Надувной матрас. Ну, пока официально, видишь, еще не переехал. Только с 1 августа. Вот эта комната, бывшая комната, где находились эти ребята. Так называемая мастер-бедрум комната. Отсюда же выход, сразу легкий выход на деревянную часть. Я там с улицы покажу. Здесь их старинный гриль. Но он еще, я думаю, рабочий, потому что фирма-то серьезная и подключен газ напрямую, без всяких баллонов. Все-таки газовый гриль чуть удобнее. Угли, конечно, поинтереснее пахнут. Вот этот дек. Еще раз, комната основная. Вот, в прошлый раз пытался записать, но там получилось 18 минут. И не пропустили. Больше 15 минут на YouTube не пропускаю. Так что срезать невозможно было. Просто не знаю, как это делать. Кран менял на днях. Решил первый раз попробовать. Этот сенсорный. Рукой проводишь и... Ну, нормально. Для Шурика. А то он воду открывает и вперед. Главное живот тянуть, а то выходные провел в основном доме. Там отъелся на окрошке. Центральный вход. Тут у меня лампочка горит всегда, чтобы вы видели, как будто дом не брошенный. Вот это так называемая жилая комната. Жилая комната. Нет, family room. Все, прошу прощения, это family. Семейная комната. Здесь обычно библиотека. Что-нибудь такое легкое. Но не развлекательное. Угу. Комната для семьи, для сборов ее. Вчера закосил газон. Вот так называемая обеденная. Обеденная. Сейчас мы включим свет. Посмотрим, что получится из этого. Да, работает нормально. Вот, так как прямой выход на кухню или наоборот с кухни сюда. Вот здесь располагают такие эти обеденные столы. По кругу или овальные. Ну, не квадратные, углы. Стол с углами, оно опасное дело. Вот кухня. Кухня занимает примерно 1/4 часть вот этого большого помещения, называется living room, или жилая комната. Общая площадь, я посчитал, примерно 60 квадратов у этой комнаты. И под 15 квадратов, получается, кухня отняла. Вот холодильник исторический, как раз. Мне было, наверное, лет 10, когда купили этот холодильник. Ну, предыдущий, естественно, хозяев, на момент постройки. Нет, нет, кстати, попозже, потому что 76-го года дом, получается, 12 лет. Вот, ну, без пива и кваса Данилы, окрошечного кваса, здесь просто не выжить. Потому что работы полно на улице. И получается, что с водой надо постоянно воду пить, а воду с солями. Ну, с утра стакан органического молока. Сейчас около 9 часов. Вот это тут как раз тот выход на дек, где мы уже выходили. Вот и самая фишка, самый плюс, еще огромный плюс в этом доме, это большие окна. 6 окон высотой примерно от пола до, ну, почти до потолка, где я прорубил 2 окна, как Петр Первый. Вот с одной стороны выход, ну, потому что сплошная стена была между
лейкфронтом, между вот этой бережной частью и домом. Поэтому ничего, кроме леса, видно не было. А так я рубанул два окна, оставил 4 дерева посередине. Может быть, дом снаружи с озера смотрится немножко обнаженным, так называемым, naked house, но с этих сторон. Но у меня основное не то, что как на меня смотрят, а как я смотрю. Что я вижу? Вот, хороший вид получается. Ту часть сейчас приближу. Угу. Вот лесорубство вот было в таком масштабе заделано. Полно еще работы. Вчера приходили по канализации, уточняли некоторые вопросы. Ну, сложности есть. Сложности достаточно большие, но будем решать. Вот тут у меня вид на соседа слева. Вот здесь получается третий дек или деревянный настил, помост. Потому что второй посередине, внизу там. Вот этот вход будет в нашу главную спальню. Мою спальню, нашу, как угодно расценивай. Вот поменяли окна какое-то время назад. Предыдущие хозяева после торнадо. И так и не удосужились покрасить. Просто краской повозили этим праймером, первичной краской. Татьяна отскоблила их старую пленку многолетнюю. Вот, ну, ремонт будет затеваться именно с этого места. С этой комнаты. Буду задирать потолок, поднимать его до самой крыши. Будет так называемый кафедральный потолок. Вот сюда, здесь вход в ванную. Вот каждая ванна имеет два входа или два выхода, вход или выход. Вот эту дверь я буду закрывать. Татьяна правильно сказала, вторую дверь, которая в офис идет, также буду закрывать. Вот окно, кстати, оптичка окна соседа. Здесь я запарковал. Ну, обычно наверху паркую, но так вчера привез много вещей, к гаражу подъехал. Вот. Этот так называемый будет офисный закуток. Ничего, хорошо сделаем. Большая комната с видом на проезжую часть, дерево закрывает. Вход с этой стороны, а здесь сквозной вход в ванную. Но я его закрою, Татьяна правильно говорит, потому что появится лишнее помещение в ванне. И в офисе стенка закроется. Так, еще раз. Нехорошее помещение, с выходом. И самое главное, вид шикарный. За такой вид с утра с чашкой чая, вот, с любимой женой встречать субботу. Сказочно просто. Сейчас комарьё попрёт. Так, но останавливать не могу, когда перевожу, потому что аппарат так работает. Поэтому будет сплошным потоком. Так, здесь у меня тут основное место для мытья, бритья, вот, душек. Смысл такой, что я ищу тепло. Теплую воду не включил, подтекает этот нагреватель. Причем жестко подтекает. А ремонтировать прям в первую часть его несподручно. Холодильник, как я говорил, доисторический, тоже он протекает, он только полотенце меняю. На сутки хватает одного полотенца. Ну, это где-то подводка воды протекает. Ну, это вот примитивное помещение, не знаю, что будем делать. По сушилке, помойке. По стиральной машине. Так, темпи вальса, ребята, давайте в подвал. Остались всего 4 минуты на запись. Кстати, о птичках.
Так, где ж фонарик-то, а? Посветить в подвале. Я камеру закрыл рукой, чтобы она не мельтекала, не мельтешила. Ну вот, взял наглый свет, надел. Вот огромное подвальное помещение с хорошим полом. Это второе достижение этого дома. И третий или второй по счету, если справа считать, деревянный выход на задний двор. Вот с выходом в открытое море. С одной стороны еще раз. Здесь, с другой стороны. И сам, опять же, быстро, но ничего. Вот, и выход справа. И вот этот помостище, вот, крыло, где будет Шурик развлекаться. Самое большое отдельное помещение. Итак, сзади. В принципе, вот подвал размером с весь дом минус гараж. Вот одно из помещений. Опять же, выходит эта часть. А вот еще секундочку, опять же, быстро все, но что теперь делать? Здесь будет спортивный угол, всякие снаряды и так далее. Карпет придется убрать. Хорошее качество карпет, но по которому ходили тысячи людей, его ликвидировать надо немедленно. Пол-то деревянный, это пол. Отмоется и все. Так, здесь света нет, но сделана ванная. Примерно вот. Вот таким вот образом ванная. Ну, а вся эта ванна, хоть она и достаточно свежая, новая, все это будет убираться. Поставлю сюда сауну. Ну, вот пару минут остались, чтобы показать снаружи часть. Гараж завален, забит этими бензопилами, дружбами. Вон она, красавица. Как сварно. Как часы работает. Ну вот сейчас. Сейчас в темпе вальса спустимся вниз. Как раз появится ограничение на фильм. Вот, порубил дров. Кстати, на отдельном месте здесь отдельная запись. Вот так выглядит дом снаружи. Стоит покосившаяся насосная станция. Поднимает воду на в ирригационную систему. Выросительную. Ну, тут все уже, наверное, еще не проверял, на будущий год буду проверять. Сейчас не актуально. Ну вот такие вот дела. То есть вот сосед со своим доком, причалом и катамаранами и с этой стороны. Так что до встречи.